Сегодня в Украине бум искусства. Художники наконец стали зарабатывать исключительно картинами, а элита наконец стала тратить деньги на полотна отечественных талантов. В Киеве работают сотни успешных художников. Владислав Метелкин – один из таких. Он принимал участие в самых престижных выставках, а его работы дарили министрам и президентам. С 22 февраля по 18 марта в столичном музее «Духовные сокровища Украины» на Десятиной 12 проходит персональная выставка художника. Пейзажи – это визитная карточка Владислава Метелкина. Он признает, в детстве мог увидеть заснеженную ветвь дерева, а воображение писало готовое полотно. Сегодня такое полотно подарить или повесить в собственной гостиной престижно. Секрет, как иметь покупателей среди первых особ государства, просто признается Владислав. Не нужно специально искать таких клиентов. К сожалению, отечественный бомон в искусстве разбирается не очень. Наверное, всего 1% может определить реальную стоимость полотна. И многие новички этим пользуются. Поэтому, если покупая картину, хочешь вложить деньги, необходимо прибегнуть к услугам специалистов. Картина Владислава Метелкина, написанные 10 лет назад, сегодня выросли в цене в пятеро. Рецепт, как выбрать свое произведение искусства, простой. Работа – это как музыка, только визуальная, да? То есть она воспринимается на уровне сознания, подсознания, душой. Можно только переспросить, стоит ли эту сумму платить за эту работу. А то, что нужно выбирать то, что для души.